Доброе утро, Красноярск! Спасибо, студия! И сегодня у нас утро не просто доброе, а еще и бодрое, потому что мы с вами учимся правильно заваривать настоящий индийский чай. Находимся сейчас в кафе индийской кухни, а рядом со мной Дина. Дина, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, это целая технология, я так понимаю, как нужно правильно заварить чай. С чего начинаем? Сегодня мы будем варить масала чай, индийский настоящий чай. Масала. Здесь много ингредиентов, есть черный чай, гвоздики, черный пепер, кардамон и мед можно, и имбирь. Вот это. Сегодня мы будем как правильно надо чай варить. Посильнее, да, сделать? Ну, можно так, сильнее первое получить, потому что вода надо должна быть кипит. Начинаем. Чтобы закипело. Первый вопрос. Нам нужна вода. Если один человек, то один стакан воды, кружка. У нас правильно? Тут много, у нас Дима Кутько тоже любит чай. Ну, сейчас много будет. То два поставим туда. Он выпьет весь чай, не беспокойтесь. Все, если два из кружка хватит, больше должно быть. Самый главный ингредиент это... Самое главное, индийский черный чай. Потому что по-разному бывает чай. Вот этот чай очень классный и вкусный тоже. И здесь тоже можно. И здесь главное есть кардамон. Потому что это тоже очень хорошее для настроения, для гармонии, для кровь циркуляции. И тепло, и здесь холодно. Да, вот это. И черный пепер, вы знаете, вот это сарик, вот это черный пепер. Это самое хорошее для кровь циркуляции внутри. Если когда мы каждый день приправа кушаем остро, то они дают очень хорошее давление внутри и кровь циркуляции. Гвоздики, это тоже самое хорошее для почки, для живота, гвоздика, для настроения. Вообще это очень хорошая помощь. Сейчас. Первое по очереди. Но у меня гвоздика лично с глинтвейном больше ассоциируется, чем с чаем. Но сейчас, если будем совмещать, там вкус будет по-разному, вы не чувствуете просто гвоздики. Давайте, что мне делать? И что вас делает? Первое по очереди. Я берем люблю. Два кардамон. Два. Два штуки кардамон. Два. Простите, да. Только два. Сюда? Да, и сюда поставим два штуки. Да. Ой, какая тяжеленькая. Поставим сюда. Вот это начало. И берем четыре штуки. Можно три, можно четыре. Как если... Давайте четыре, чтобы если настроение любите, можно... было вообще хорошо великолепное. Будет. Возьмем четыре штуки. Я расскажу для кардамон. Кардамон очень хороший, потому что нас, когда день начинает, для чая. Потому что это очень важно питок есть. Если индийский человек чай не пить, он чувствует, что то все день пустая. То вот это очень хорошее настроение, понимаешь, Вера? Мне кажется, нам, русским, тоже надо брать с индийцев. Вот это чай делает очень круто. И здесь будем три штуки тогда гвоздики, вот это. Вот это гвоздики. Давайте. Правильно? Хорошо. То здесь что был? Кардамон, черный пепер и гвоздики. И сейчас будем имбирь. А имбирь? Ой, я очень люблю имбирь. Имбирь очень полезно. И... Если каждый день имбирь вы кушаете, то для желудок очень хорошо, для кровь циркуляция очень хорошая. Я думаю, что еще не болеть будешь. Да, это кав, ват, пит, это сколько? Доз ват. Это можно контроль через вот это чай. Так, я пока что буду все это... Все это тщательно положить. Здесь посмотрим. Пока у нас... Положим вниз. А, да. Вот так. Должна быть так. Давай. Все. Пока я продолжаю, значит, готовить чай, вода у нас скоро закипит, и уже я думаю, что в следующем нашем включении мы попробуем как настоящий индийский чай. Пока передаю слово. Вот это слово очень вкусно чай, очень полезно, потому что...